Всем привет! 31 декабря решил сделать праздничный призыв. Давайте посмотрим. Начнем, конечно же, с призыва бездны. И здесь у меня на 6 призывов понеслось. Так, и начинаем. Элло, который уже порядком надоел. Ну, в перерыве, наверное, между призывами хочется всех, кто смотрит это видео, поздравить с наступающим Новым годом, поскольку я его записываю утром 31 декабря. И скоро у нас Новый год. Всех с наступающим, всех хороших призывов, удачи и просто хорошего камня в ленту. Так, давайте посмотрим. Гриффин уже второй за этот призыв, а пятерок пока как бы и нету. И Поппи вторая. Ну вот, да, давайте сундучок откроем. О! Дамасский клинок. Это хорошо, дамасский клинок был нужен. И теперь для завершения идем в сезонный призыв и запускаем X10 здесь. Крампус и Пенги — это цель, но, как показывает практика, что-то мне не везет в этих призывах. Вот Рудольф, конечно, уже порядком поднадоел. Вот и опять почему-то идут только одни трехзвездочные герои. Ну, только сказал, вот дружок прилетел. Морозко из ивентовых. Ригард. Ну, хороший персонаж, конечно, но он уже у меня был. Так, здесь у нас Джахангир. И я так понимаю, что последний — Хокмун. Все. В этот призыв зимний у меня нету ни Пенги, ни Крампуса. Крампуса уже второй год поймать не могу. Ладно, спасибо, что смотрели до конца. Увидимся в следующем году. Всех с наступающим. Пока-пока.